Между тем, семья Дональда Трампа уже рассказала, как будет проводить ночь накануне выборов. Соберутся они все в пентхаусе башни Трампа, что в Нью-Йорке. Будут поддерживать всеми силами за своего отца, молиться, можно так сказать. Ну и дети все активно участвовали в предвыборной кампании миллиардера. Семья у Дональда большая. Женат он был трижды. Первая супруга Ивана подарила ему 3 детей, Дональда-младшего, Иванку и Эрика. От второй уже Марлы, дочь Тиффани. И третья, на данный момент последняя, пока Мелания Трамп, родила миллиардеру сына Берона-младшего. Всего 10 лет ему. Еще Дональд стал дедушкой 8 раз, так что можно посчитать количество участников группы поддержки.